Я хочу вас спросить, украинцы, да, у меня красивая, правда? А я просто хочу вас спросить, что я вам сделала плохого? Короче, я верю в такую хуйню, то что заебись все будет у нас. И рот мы всех ебали. Я здесь, потому что, блядь, и так вышло, нахуй. Ну вот так вот вышло, ёб... А в каком доме живете еще? Это вот за этим домом, вот так дом стоит. Как ваша фамилия? Синюк. Синюк. А где муж ваш? Да, мама поехала. Ну ладно, бегите. Территория огорожена, беседочка есть вот там, такая кругленькая. Тут мы сюда делаем. Да? А ты кто? Какие мы тебе братва? Алло, не брат ты мне. Да ты сейчас только что в автобусе, сука, при... Хочу еще записать видео по поводу наших украинцев, которые здесь проживают со мной в этом общежитии, так сказать, да? Ну, это не общежитие, но такое. Мне настолько непонятны действия наших украинцев, что это просто капец. Поприезжали люди, даже не сгорели. И пальцы вот так вот еще раздвинь. Другую руку тоже свою достань, бля, я тебя нахуй не сломал, бля. Ты видал, блядь, на пальце, бля? Слышь? Поворачивайся потихоньку. Не быстро. Рок. Так, все. Не торопись, стой. Дальше, вот этой рукой, да. Ребята, будьте осторожны. В Марбурге уже появились хохлы, которые разукрашивают автомобили, где висят русские флаги, закрашивают номера, кричат «Слава Украине!». В Полонтьеве кацапских нотаж, брате. Нахуй вони надо. І їм, і дітям голови різати, весь Донбас зачищать к хуям собачим. Ну, край пенький. Сотко.